Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. Пока у нас тут уже идет дрожь земли, у нас появился турнирчик еще зубасти, и он немножко необычный, что ли. Условие 2 хищника, и у нас ребята здесь крепкие, то есть я могу брать, в принципе, кого угодно здесь, да? Да, я могу брать одну амфибийку, так сказать. Даже могу взять... Да, одну амфибию могу взять. Кого-то взять на растерзание. Он бьет 1500. Ну, давайте посмотрим на диплозуха, как его растерзают. Да, и возьмем, остальные будут хищники. Так. Индоминус сможет порвать ютораптора. И индораптор. Давайте так попробуем. Ну, должно быть все отлично, без проблем. Наши существа послабее, но нас трое все-таки. Был бы он еще чуть покрепче, было бы хорошо, чтобы он два удара мог выдержать. Но ничего, ничего, мы, думаю, справимся. Так, красивый диплозух пошел поспать. Ну, а теперь его величество Индоминус. 8700, ну ё-моё, не хватило, прикиньте, соточки не хватило. Так, а Маюнгич-то будет бить всего лишь на 3. А, это все, что у него есть, тогда хорошо. Ам-нам-нам. Так, ну и Индораптор. Индораптор сейчас порешает. Да, у Маюнгича на 50% больше жизни при такой же силе удара. Всего лишь 2443 уровня он. Вот так, так, условия остаются тем же. Так, а хищнички у нас стали намного крепче. Хорошо. Давайте возьмем тогда амфибию, которая сможет погрызаться, что ли. Давайте вот так. Давайте вот так. Ладно, вот так. Ну, выбирайся. Погнали. Две семьсот. Вот даже не знаю, два удара не выдержим. Да, пробьет. А Феокодон вообще бьет невообразимо больно. Пять баллов. Так, он не решает нас атаковать. Я думаю, можно попытаться его съесть. Ха! Съел. Горгазух справился, молодец. Он его так напугал, что Афекадон боялся проатаковать нас. Так, теперь супер-пупер-мега-дилос, которого съест наш дилос-гибрид эрлифозаврик. Ну, едончик тогда отдыхает. Ам-нам-нам. Thank you.
Так, ну и третий бой. Так, воу-воу-воу-воу, какие у нас ребятки здесь. Рексик, ребята, смотрите, какое вы, знаю, что любите. 12 косарей на 4,5. Так, у Спинича больше жизни, слабее удары. Я считаю, вот так вот они примерно и должны быть. Вот на самом деле, вот, вот такого вот, такие показатели должны быть у наших динозавров. То есть это правильный спинозавр и правильный тираннозавр. Вот такие они должны быть. Чтобы они вот здесь вот располагались, вот, вот, вот здесь вот, возле Юдона, даже перед Юдоном, то есть он бы вот сразу после Индораптора шел, и это было бы справедливо. Ну, естественно, Индоминус тоже должен быть посильнее. Ах. Так, ну, время выпустить зверя. Ну вот так, иначе никак. Крепкие ребята. Попробуем, попробуем накопить баллов побольше. Так, ну это вообще ни о чем. 3 балла, ну давай, рискни. Да, рискнул, значит я его и тогда и съем, пахи голозавром. Он слабенький, у него мало жизни. Спинч, ну спинча тоже за 4 съели, там 13 хватило бы, я думаю. Но мы один на один, да? У нас будет Индораптор против Пахигалозавр против мега вкачанного спинозавра, но тут все решено. Его съест Горгазух, пожалуй. За 3 укуса. А вот с Рексом разберется Индораптор. Да, да, да. Ха. Давайте сейчас на них немножко посмотрим. Я, может, какой-то красивый скриншотик сделаю. Потому что это у нас главный бой. Так, и, кстати, они по показателям равны, я бы так сказал. На 2000 больше жизни, но на почти на 1000 меньше удар. Так что... Ну вот как-то так, да? Думаю, можно его и уничтожить. Мутанта. И дали нам ихтиостегу, ребята. А на этом все. Всем пока.